Вечер на Думской. Продолжаем работу в прямом эфире и продолжаем говорить о нападении на активиста, на Светлану Подпалую. Собственно, и с этим событием в том числе были связаны события, которые разворачивались у стен Одесской областной государственной администрации. Там сегодня проходил митинг, на котором был наш следующий гость Анатолий Бойко, глава Одесского комитета избирателей Украины. Анатолий, приветствую вас. Здравствуйте, Анатолий. Правда, такой митинг достаточно большой, шумный. Давненько в Одессе такого не было. Не уверен, что это связано только с Светланой Подпалой, но как определенного рода инерция тоже можно сказать. По поводу Светланы Подпалой давайте несколько комментариев от вас услышим. Вот Владислав Сердюк говорит, что это точно не хулиганы. Абсолютно, я с этим абсолютно согласен. Более того, после того, как 22 июня одесский городской голова назвал активистов одесских фашистами и сказал, что чтобы мы там не были слишком самонадеянными, что на силу всегда найдется другая сила, ну, у меня еще меньше... Он сказал, играют фашистов, ну, то есть он все-таки напрямую так не говорил. Знаете, разница очень небольшая, на самом деле, как мне кажется. Если он, в принципе, посчитал уместным и допустимым проводить подобные аналогии и параллели, и слова о том, что на силу активистов найдется другая сила, там тоже присутствовали. И, соответственно, после этого произошло нападение на Светлану Подпалу. Причем я могу подчеркнуть и засвидетельствовать, что я Светлану знаю не первый год, и никогда и ни в чем я ее не мог обвинить или упрекнуть. Она не была никогда ни политическим активистом, не работала ни на какие политические партии. Ее нельзя упрекнуть, там, не знаю, в провокациях, неадекватности. Она абсолютно уравновешенный, безобидный, я подчеркиваю, человек, который боролся за сохранение зеленых зон, против застройки парков, против застройки французского бульвара, против застройки склонов, то есть исключительно за свои ценности, за наше общее будущее. Такая форма запугивания, на ваш взгляд, подействует на активистов? Я надеюсь, что нет. И то количество людей, которые сегодня собрались под областной государственной администрацией, в том числе свидетельство этого, на мой взгляд. То есть собралось достаточно большое количество людей. И собрались они, я с вами абсолютно согласен, не исключительно из-за Светланы, просто случай со Светланой — это уже последняя капля. Было и нападение на Юрия Дьяченко на согласительном совете, и недопуск журналистов на сессию городского совета. К сожалению, губернатор Одесской области Максим Степанов бездействует по этому вопросу. И именно поэтому это вызвало вот такую реакцию. То есть пришли к нему как представителю гаранта, как человеку, который обязан, я подчеркиваю, по закону обеспечивать соблюдение гражданских прав и свобод на территории области, обеспечивать соблюдение и выполнение всех законов, которые абсолютно явно и брутально были нарушены и не раз вот за последнее время и в отношении активистов. И к сожалению, мы видим, что Порошенко делегировал Степанова сюда для того, чтобы он обеспечил стабильность в регионе, но он превращается в фактор дестабильности. Поэтому митинг проходил у стен ОГА, Степанову вопрошали как человеку, который ставленник президента, собственно, это цель достучаться до самого Петра Порошенко. Да, и в том числе, то есть и к нему апеллировали как к представителю президента, который имеет в руках всю, я подчеркиваю, полноту власти и все рычаги для обеспечения законности, если же и у него лично каких-то рычагов недостаточно в руках, он тот человек, который имеет самую прямую связь с Богом, с президентом, и может включить эти каналы, если хочет. Давайте вот посмотрим материал, подготовили корреспонденты наши о наиболее резонансных нападениях на одесских журналистов и активистов в том числе. Давайте посмотрим и вернемся к обсуждению. 10 апреля на Аллее Славы произошли столкновения. Задержано 16 человек. После выяснения личности их отпустили. Активисты говорят о применении силы сотрудниками полиции. Началась такая потасовка. Я просто подошел за братьев хлопцев. В течение 5 секунд я лежал на пуле. И мне кричат, руки на спину, бо буде. То есть я сказал спокойно, тихенько, я кажу, все, аккуратно руки поставив, мені почали просто, я не знаю, чи ногою, чи коліном, почали просто давити на спину. Була крупна потасовка, кого змогли витащити з толпи, того і забрали, по суті.
свидетелем стало того, что ребят вели в наручниках, нагинали голову, просила этого не делать, меня тоже начали просто отталкивать. В конце апреля напали на Руслана Болдижара. Активист, как и другие одесситы, выступал против застройки в районе Аркадии. У Руслана забрали камеру. Стараясь вернуть технику, общественник получил в лицо от директора компании, который занимается обустройством территории. Результат нападения – разбитый подбородок. Фотоаппарат общественнику так и не вернули. Отдал камеру! Ты что, бьешь? Он бросается на меня, ты что, охренел? Камеру отдай, не трогай его. 8 июня сотрудники правоохранительных органов разбили нос Сергея Стерненко. Активист стал организатором срыва концерта Ирины Билык на открытии одесского ресторана. Так общественники выражали свой протест украинской певице из-за посещения аннексированного Крыма через границу РФ. Полиция применила силу к активистам. Стерненко посадили в автозак. Выпустили его только после массового возмущения побратимов. Співробітники поліції ногами били в обличчя. Сергія, за що, собственно, оказався в автобусі? Мені ніхто нічого не сказав. Мене ще намагались побити, коли вже в автобус затягнули, але я почав кричати, що ви робите звірі, і, в принципі, заспокоїлись. Було буде набагато гірше. Я їм говорив в автобусі, що коли я був на Майдані в 2014 році, я закривав щитами полонених співробітників поліції, щоб їх не бив, не розривав натовп. Тепер я про це шкодую. Треба було дозволяти цього робити. 24 июня неизвестные избили активистку Светлану Подпалую. Нападение произошло возле ее дома на Тираспольской. Подпалая считает, что такими действиями ее предупреждают. Хотя в последнее время она не делает публикации о ситуации с побережьем в регионе. Тут как бы он стал меня бить, стал носить удары по голове, в основном, может быть, по корпусу, в основном по голове, по лицу. Ну, для того, чтобы мы понимали, реакция Максима Степанова соответствующим образом, если бы сложилось, то как он должен был отреагировать, на ваш взгляд, на сегодняшние акции, митинги? Как он должен был вести диалог с активистами? Ну, я думаю и я уверен в том, что он реагировать должен был бы намного раньше, тогда бы сегодняшнего митинга не было. То есть после первого же нарушения прав и свобод и законов со стороны одесской мэрии, в частности, это нападение на Юрия Дьяченко, это недопуск на сессию, он обязан был публично заявить свою позицию, протест, осуждения. Кроме этого, он обязан был заставить силовиков, и у него есть для этого рычаги, я имею в виду прокуратуру и МВД, провести оперативное следствие, установить виновных, привлечь к ответственности. Кроме этого, я думаю, что он должен был бы провести, ну, очевидно, это скорее неформальная встреча с руководством мэрии для пояснения, что так делать нельзя. В Украине сегодня и достижение и получение гарантий, что все-таки в мэрии будут хотя бы внешние, я подчеркиваю, внешние. То есть мы сейчас не берем подмену решений на сайте горсовета, мы не берем сейчас внесение с голосом, мы не берем кнопкодавство, то есть мы не берем обычные мошеннические приемы одесской мэрии, с помощью которых обворовывают нас, крадут землю, имущество и так далее. Да? Мы говорим про какие-то внешние формальные приличия, что можно зайти, посмотреть, снять и так далее. Вот это он обязан был обеспечить, и он это мог сделать, он это не захотел делать. Давайте вот выслушаем Ксению Терзину, телефонной связи, уже готова рассказать о том, что происходило и, возможно, происходит у стен облгосадминистрации. Ксюша, тебе слово. Спасибо, Елена. Пока журналисты 40 минут ждали губернатора в холле, сидев буквально на лестнице, Максим Степанов проводил встречу с активистами, среди которых был Владислав Болинский, и которые пообщались с губернатором, они передали ему свои 10 требований, среди которых это просьба подать в отставку Жученко и Головина, также расследовать дело против Дубовских, Лиманов, и о том, чтобы и просили губернатора, чтобы он посодействовал как-то тому, чтобы не фабриковали дела против гражданских активистов. Сама пресс-конференция проходила довольно на повышенных тонах. Кроме журналистов, вопросы также задавали гражданские активисты, это Алина Подолянка, которые были недовольны работой губернатора, которые также требовали его отставки.
Ленинский, но на сами вопросы журналистов Максим Степанов очень адекватно ответил, и я обязательно об этом напишу в сюжете. Также хотелось бы отметить, что Максим Степанов сказал, что он будет продолжать выходить на митинги, он будет ходить, продолжать общаться с активистами, несмотря на то, что его освистывали, несмотря на то, что были недовольны его высказыванием. А что по поводу активистов, он сказал, что очень сильно любит людей. Это цитата дословная. Ксюша, скажи, пожалуйста, митинг уже закончился или еще продолжается снаружи? Митинг закончился, когда журналисты прошли внутрь здания. Тогда все активисты разошлись. То есть некоторые, сейчас как я уже сказала, да? пошли в кабинет к Максиму Степанову. Да, спасибо тебе большое. Ксения Терзи, корреспондент, которая была на экстренном брифинге, созванном губернатором Одесской области Максимом Степановым. Анатолий, ну вот прозвучал призыв еще и Жученко в отставку. В общем, и Жученко, и Головина, и Степанова. Не, ну, Степанова на данном этапе, если он действительно примет меры, я думаю, что пока не целесообразно. Сегодня у нас звучала эта фраза. Степанова тоже уже пора отставлять. Если он будет продолжать бездействовать, то такой нам губернатор не нужен. Я с этим абсолютно согласен, и я об этом говорил. То есть губернатор, глава Одесской областной администрации, как представитель гаранта в Одесской области, либо обеспечивает выполнение законов и соблюдение прав и свобод, либо он нам такой не нужен. Он должен уйти и освободить место для человека, который будет достоин и компетентен. Жученко и Головин, на мой взгляд, да, действительно вторых шансов вряд ли могут уже иметь, поскольку они себя дискредитировали уже достаточно долгое время. Я не знаю, конечно, насколько эффективным будут вот эти вот призывы к их отставке. Это достаточно видимые фигуры, но я искренне надеюсь, что все-таки эта троица, Степанов, Жученко и Головин, задействуют те рычаги влияния, которые имеют на Одесскую мэрию, для того, чтобы вернуть ее в берега и в правовое поле, и объяснить, что сегодня такими методами в Украине действовать уже нельзя. Вот это главное требование и к Степанову, и к ним, и главный лейтмотив сегодняшнего митинга. Я удивлен слышать, что Максим Владимирович пригласил активистов к себе в кабинет, потому что когда он, по сути, убежал с митинга, не пускали сначала даже журналистов в Одесское здание областной государственной администрации, потом пустили журналистов. Я так понимаю, что это уже было более взвешенное решение, когда он взял себя в руки. Это, конечно, хорошо, что кто-то ему посоветовал, либо он пришел. Я надеюсь, что эта встреча будет иметь все-таки конструктивный результат. Справедливости ради стоит отметить, что перед тем, как он, как вы высказались, убежал, он 45 минут как минимум провел вот среди активистов, пытался отвечать на вопросы, было, конечно, сумбурно. Не всегда был искренен, и на мой взгляд, и не всегда был конструктивен. Потому что если бы он хотел действительно, як то кажуть, порозумітись, достатньо було б поспілкуватись 5-10 хвилин і запросити відразу активістів на зустріч. Ну, от наверняка така форма діалогу самая удачная, потому что освистывание и всякого рода там ганьба, геть, отставка, это, конечно, мешает. Ну, он сам довел ситуацию до такого накала своим бездействием. Я хочу подчеркнуть, что это первая его встреча с гражданским обществом. За все время своего пребывания на посту главы Одесской областной государственной администрации он не посчитал целесообразно встретиться ни с гражданским обществом, ни с Евромайданом, ни с активистами, ни даже с тем формальным общественным советом, который официально сформирован при Одесской областной государственной администрации. То есть он не хотел иметь контакта, он бездействовал, мы помним, ситуация очень накалилась. Очень контактного Михаила Саакашвили, ну, который выходил и говорил, да, все молодцы, я со всеми согласен. Я согласен, что, конечно, должен быть и контакт, и содержание. Спасибо вам большое. Благодарим вас. Анатолий Бойко, глава Одесской организации Комитета избирателей Украины, был у нас в гостях. Информационная пауза. Алла Есина расскажет вам о последних событиях, которые произошли в городе и в стране. После новостей вернемся в студию. Дождитесь.